Мы вернемся к трагическим событиям в Алматы. Я напомню, что наш корреспондент Нургали Карабаев сейчас работает на месте. Нургали, расскажи, пожалуйста, что все-таки произошло? Наталья, примерно в 5 вечера в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе все это произошло. К семье здесь домой пришли судоисполнители по решению суда для выселения. Но, видимо, хозяину дома это не понравилось. Завязалась ссорка. Ссора, как сказали в полиции, он забежал домой, достал охотничье ружье и начал стрелять. В итоге 5 человек погибло. Это двое полицейских, судебный исполнитель, в том числе новый хозяин дома и еще один человек, но кто это, полиции не уточнили. Также сказали, что штурмовал спецназ, но они огнестрельное оружие не применяли, так как в это время в доме находилась жена и несовершеннолетние дети этого стрелявшего человека. Но он в итоге был обезврежен, задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Соседи говорят, что ничего не слышали, никаких выстрелов не было. Все узнали уже постфактум, после того, как здесь уже оцепилась полиция и так далее. Гражданские лица уже не находились, оцепление. Но они боялись, что, возможно, он еще там находился. Я не знаю, сколько там людей погибло, я не знаю. Но здесь полиция попросила, чтобы никто не подходил. Здесь зарегистрировано оружие. Открыл огонь по судебному исполнителю и по тем лицам, кто находился в тот момент во дворе дома. В числе погибших, повторюсь, наши два сотрудника полиции. Да не звони ко мне. Да, сам судебный исполнитель и двое лиц. Данный факт сегодня зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований департамента полиции города Алматы и возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, пункт 1. Это убийство в отношении двух и более лиц. Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения. Нами оружие не применялось, так как в доме в тот момент находились женщины и несовершеннолетние дети. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Угрозы для жителей и граждан не существует. Кто это были? Кто помощники? Свидетели это были. Это был новый владелец оспариваемого имущества. Спасибо. Нургали Карабаев рассказал подробности о трагических событиях в Алматы.